Дагестанские тэквондисты стали лучшими на первенстве России в Белгороде. Соревнования среди юношей и девушек стартовали 12 июня и завершились накануне. По итогам турнира наши спортсмены выиграли 5 золотых, по одной серебряной и бронзовой медали. По этому показателю наша команда стала победителем в общем зачете. На высшую ступень пьедестала поднялись Курбан Магомед Магомедов, Шахбан Бугдаев, Мавлуд Мустафаев, Хава Гусейнова и Азиза Гусейнова. Чемпионы соревнований войдут в состав сборной команды России для участия на первенстве Европы.